8 ноября в Твери состоялся траурный митинг, посвященный Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В нем приняли участие представители всех ветвей власти, губернатор Тверской области, начальник УВД России по Тверской области, близкие и родственники героев, курсанты, ветераны органов внутренних дел. Начиная с 1941 года при исполнении служебных обязанностей погибли 195 сотрудников органов внутренних дел Тверской области. Они защищали страну и мужественно противостояли преступности в годы Великой Отечественной войны, боролись с бандитизмом в послевоенный период, стояли на страже закона в непростые 90-е, участвовали в контртеррористических операциях в Северно-Кавказском регионе. Конечно, в Ленинградском крае борьбы с преступностью сотрудники полиции ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь. Мы теряем наших товарищей. И потеря каждого – это бесконечная боль, трагедия, которая сопровождает нас всю жизнь. Вечная память героям, погибшим при выполнении служебного долга. Мы помним, мы гордимся. Деятельность полицейских – это не просто большая ответственность, но и высокий риск. Для родственников погибших потеря близких – невосполнимая утрата. Вспоминаем всех сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, мы вспоминаем поименно, потому что за каждым именем стоит огромная трагедия, неугасимая боль родных и близких, отцов и матерей, жен и детей, друзей. Работа сотрудников служебных дел сопряжена с опасностью и огромным риском, и, к сожалению, не обходится без потерь. Но хотелось бы, чтобы этих потерь было гораздо меньше. А мы сохраним светлую память в сердцах о наших погибших близких. Собравшиеся почтили память героев минуты молчания. Для этих людей служение закону, верность Родине являлось главной целью их жизни. Это люди, на которых мы будем всегда держать равнение. Я хочу обратиться к родным и близким наших героев. Я понимаю, что ни годы, ни слова не способны заглушить боль вашей утраты. И мы хотим, чтобы вы всегда были уверены, что светлая память о наших героях, наших коллегах всегда останется в наших сердцах и в истории нашей Тверской области. В завершении митинга полицейские ветераны, а также родственники возложили цветы к мемориалу сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей.